Всем привет! Добро пожаловать на стадион «Эль Алькорас», где мы сегодня. Тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Всем привет! Добро пожаловать на стадион «Эль Алькорас», где мы сегодня. Тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об авто. Всем привет! Добро пожаловать на стадион «Эль Алькорас», где мы сегодня. Тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об авто. Всем привет! Добро пожаловать на стадион «Эль Алькорас», где мы сегодня. Тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об авто. Всем привет! Добро пожаловать на стадион «Эль Алькорас», где мы сегодня. Тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об авто. Всем привет! Добро пожаловать на стадион «Эль Алькорас», где мы сегодня. Тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об авто. Всем привет! Добро пожаловать на стадион «Эль Алькорас», где мы сегодня. Тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об авто. Всем привет! Добро пожаловать на стадион «Эль Алькорас», где мы сегодня. Тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об авто.
Всем привет! Добро пожаловать на стадион Эль Алькорас, где мы сегодня. Тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об авторе. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об авторе. Всем привет! Добро пожаловать на стадион Эль Алькорас, где мы сегодня. Тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об авторе. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об авторе. Всем привет! Добро пожаловать на стадион Эль Алькорас, где мы сегодня. Тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об авторе. Всем привет! Добро пожаловать на стадион Эль Алькорас, где мы сегодня. Тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об авторе. Тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об авторе. Всем привет! Добро пожаловать на стадион Эль Алькорас, где мы сегодня. Тренер выпустил сразу трех центральных защитников.
и атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об Всем привет! Добро пожаловать на стадион Эль Алькорас, где мы сегодня...